Мне понравилось, как нужно оформить помещение, как нужно выставить камеру, как нужно свет направить, то есть создать атмосферу перед эфиром. Это для меня было очень ценно и важно, куда глазами смотреть. И до этого я, честно говоря, не очень понимала, как правильно выставить телефон. Начала применять перед эфиром и во время эфира. Были очень полезные штучки, как можно выходить в эфир, как можно попрактиковать одной, как можно в как группе работать в Фейсбуке. Для меня тоже был такой самый, скажем, ценный наш вебинар «Голос». Это очень важно и ценно, потому что я чувствовала, что я голосом зажимаюсь, что я не раскрываюсь. Полезная, нужная информация.